Бездомным собакам приходится тяжело. Им все время нужно доставать еду и воду, чтобы не умереть от голода и жажды, а также искать место, где можно хоть немного поспать. Кроме того, им нужно быть осторожными с нехорошими людьми и с более сильными и агрессивными сородичами. А если песик или собака еще и болеет, то выжить на улице становится и вовсе непосильной задачей. Сегодня с нами поделились своей историей девушка по имени Екатерина. У нее дома живет совершенно особенный питомец – песик по кличке Шрек. Малыш родился на улице у бездомной собаки, которая пришла рожать на теплотрассу. Из всех щенков он был единственным, у кого развился синдром короткого позвоночника. Каковы были шансы малыша выжить на улице? Их просто не было, и Екатерина прекрасно это понимала. Девушка посоветовалась с семьей, и люди приняли решение забрать особенного малыша домой. Новые хозяева назвали питомца Шреком из-за его внешности. С тех пор прошло 3 года. Песик счастливо живет в доме Кати. Несмотря на болезнь, хозяева очень любят малыша и не обращают внимания на его внешность. Шрек боится людей и ни с кем, кроме владельцев, не контактирует. Этому малышу повезло, его жизнь навсегда изменилась благодаря Кате. Живи долго и счастливо, малыш.